Всем привет! Седьмая серия турецкого сериала «Стеклянные потолки» выйдет 21 июля. С русской озвучкой эта серия появится в сети через пару дней. Если ждете новую серию, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть наше число. Напомню, что в прошлом эпизоде Лейла наконец-то поняла, что ей нужно срочно принять важное решение и выбрать одного из двоих избранников. Но сделать это нелегко, потому что один холоден, но ему можно полностью доверять, а другой горячий, но опасный. Лейла должна остерегаться Джема, а иначе ее сердце будет разбито. Однако это сделать слишком сложно, потому что она боится ошибиться. Джем считает, что Лейла никогда его не любила, а сама Лейла никак не может избавиться от мыслей об этом человеке. Она всеми силами старается не думать о нем, но из этого ничего не выходит. Лейла стала интересоваться, уезжает ли Джем. Он ответил, что для него работа на первом месте, и он едет на фестиваль. Тогда Лейла сказала, что тоже собирается посетить это мероприятие. Когда Джем вошел в свой номер, там его ждал сюрприз в лице Суны. А Лейла в этот момент ждала с большим нетерпением, когда же в ее дверь постучит Джем. Если вы не хотите пропустить дату выхода новой серии, а также анонс к ней, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.